Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Офт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла «Чашка с блюдцем». Для этого нам понадобится отдушка клубника и киви, перламутр жидкий бордо, масло косточек лайма, форма чашечкой блюдцы, к ней идет такая резиночка, мыльная основа и палочка для перемешивания. Теперь растопим мыльную основу. Мыльная основа у нас растопилась, теперь мы будем добавлять красители. Краситель добавляйте на свое усмотрение, какого цвета вы хотите достичь. Здесь особых критериев нет, все зависит от вашего предпочтения. Я добавлю еще. Нужно хорошо перемешивать, чтобы краситель полностью распределился по всей основе. Еще немного. Я смотрю, я хочу добавить еще более, чтобы цвет был более насыщенным. Так как это жидкий перламутр, поэтому добавить его придется немножечко больше, чем обычного красителя. Все достаточно. Теперь я буду добавлять масло. Я добавляю 5 капелек. Этого на такое количество основы вполне достаточно. Теперь я буду добавлять отдушку. Я добавляю 5 капель. Вы также смотрите по своему предпочтению, достаточно ли вам такой аромат, может их сделать более нежным или более крепким. Теперь будем заливать формочку. Сначала я буду заливать в тарелочку. Так как формочка не глубокая, поэтому немножечко отодвигаем края. И смотрим, чтобы мыльная основа полностью распределилась в этой форме. Можно немножечко ее подвигать, чтобы она проникла внутрь получше. Я добавлю еще немного. Это будет дно нашего блюдца, поэтому форма не должна быть видна. Я думаю, достаточно. Так, теперь мы заливаем чашечку. Здесь также можно немножечко поводить. Я добавлю еще совсем чуть-чуть. Все, теперь ждем, пока наше мыло застынет. Я достала мыло из формы, и в итоге у нас получилась вот такая чашечка с блюдцем. Я натерла его перламутром серебристым. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!